Всем привет, с вами Ранор и прекраснейшее вам настроение. Мы наконец-таки заработали 7,6, больше 7 нонилеонов. Вот, мы теперь, наверное, уже, да, нонилеонер. Это очень круто. Давайте глянем на инвесторов. Может дойти до 10 биллионов. В принципе, даже, может быть, имеет смысл сегодня сделать рестарт. Но мы, тем не менее, попробуем сначала пройти до... Никуда я так подозреваю, что мы сегодня пройти не сможем. Прям глобально. Попробовать, конечно, можно. Надо так накинуть себе немножечко апгрейдиков и прочей ерунды. Но, как мы видим, да, далеко мы не продвинемся. Кстати, огромное спасибо, что Никити мне подсказал, что оказывается вот эти вот апгрейды плюс 10 газеты, это всего лишь навсего было идентично тому, что мы купили здесь 10 газет. То есть ангелы были потрачены немножечко зря, немножко жалко. Ну что ж, что ж уж с этим поделаешь, ничего с этим поделать мы не можем. Давайте попробуем все-таки посмотреть. Так, 5 миллионов, сколько у нас денег вообще в секунду вообще капает? Так, где наш калькулятор волшебный, приволшебный? Так, 139 с половиной плюс 33 плюс 4,2. Сейчас считаю, 7 триллионов в секунду плюс 9,8 плюс 3,3 условно плюс 6,5 плюс 0,43 плюс 0,1. Так, и получается, что мы получаем сейчас на данный момент 194 септиллиона в секунду. То есть в минуту умножаем на 60, получаем 11 октиллионов. Ну, соответственно, чтобы получить нам, например, 1 донилеон, следующий, да, можно вот так это делать, сохранить в память и единичка делить на вот это дело. Ого-го-го, да уж, не быстро мы это все получим, просто показываю, что так, спрос единичка, 1 миллион разделить, вот, 85 секунд, и, в принципе, мы получаем 1 нонилеон, то есть октиллион. Я прав? Что-то я уже запутался. Короче говоря, проще человеческим языком, это будет все очень и очень не быстро. Да, вот я смотрю, что прям быстро мы тут никаких высот не покорим. Поэтому давайте сделаем сегодня очередной рестарт. Добьемся 11 миллионов ангелов. Так. Приведем все в красивую циферку. По соточке добьем. Накликаем немножечко лимонами. Достаточно просто и элементарно. Отлично. Теперь можем заказать себе менеджера. Обычных наших ангелов берем. И, наверное, сегодня я даже не знаю, взять и потратиться или не потратиться на газеты. Сколько у нас всего? Давайте глянем. Инвесторы. 11 биллионов. Да, там у нас на 11 биллионов. То есть мы все суммы... Даже не знаю, не буду я, наверное, сегодня тратиться. Кстати, на газеты потратимся, а на другое тратиться не будем. Хорошо. Так, ну и сразу. То, что делается быстро, сразу делаем. Быстро. Апгрейды. Накликиваем прям
с ускорением зажатой мышки. Давайте наш секстилион первый возьмем. Так, дальше. Отлично. Очень все сейчас получается вообще быстро и быстро. И это еще учитывая то, что я не взял апгрейды, да, за... Это, конечно, берем, берем, берем. И этот берем. А вот эти уже дальше не берем. Так, хорошо. Сколько у нас инвесторов осталось? 9 миллиардов. Получается, еще есть. Ну, дальше уже, как видите, схема такая, что уже не скоро нам все капает. Но мы очень и очень далеко смогли продвинуться достаточно быстро и не напряжно. Это очень хорошо. Так, пока все дешево, берем. То, что у нас просто сейчас капает, да, просто спокойненько гребаем. Видим уже, что здесь, где, как, почем нам выстреливает. Менеджеры, менеджеры, менеджеры. Да, уже дальше вот этого менеджера мы не берем, потому что мы еще не доросли. Может быть, завтра возьмем, когда уже следующий рестарт будет, тогда, возможно, и получится. А сейчас пока, как вы понимаете, еще слишком-слишком рано. Вряд ли мы сегодня возьмем все X500. По новостям, значит, смотрите, я время сегодня основное потратил на то, чтобы 7 Days to Die поиграть. В каком отношении? То есть я пробовал построить висячий блок на висячий, на одном блоке, сколько максимально можно построить вот чего-либо крупного. Мудрил в креативе и понял, что в принципе это сверхъестественного чего-то большого построить-то в принципе и нельзя. И это было просто умопомрачительно обидно и было неприятно действительно осознавать, что действительно на висячем блоке, кроме какой-то такой в лучшем случае будки, построить ничего и нельзя. Если вы, у вас получится в креативе в 11-й армии, которая вот сейчас есть, построить что-то серьезное, да, то прошу вас поделиться этим, хотя бы скриншот выслать или хоть что-то, да, чтобы я понимал, что может быть делаю что-то не так. Вот. Потому что у меня вот не получилось вообще ничего. То есть абсолютно бестолковое, скажем так, было просто время потрачено. И это меня немножко опечалило. Ну да ладно. О, ну-ка. Эх, одну лишнюю купил, ну да ладно. Машины стали еще лучше приносить доход. Так, апгрейды. Да, уже пошли. Апгрейдики при апгрейдинге. Ну, ничего нового на статах особо нет. Жалко, что получилось. Вот. По другим проектам, соответственно, сегодня у меня, опять же, никаких особых действий. Ну, кроме того, что по 7 Days to Die мы записали серию, другую не получилось. Ну, вы все сами увидите в свое время. Все вам будет. Вот. Надеюсь, вам вообще нравится то, что я там делаю. 7 Days to Die. И да, кстати, ребят, я что-то как-то не увидел вообще никакой реакции на тему того, что кто-то где-то хоть как-то пытался продвинуть канал. Обещали, там, грудь себя колотили, а результата я никакого не увидел. К сожалению. Если все-таки результат есть какой-то, вы что-то делали по поводу продвижения канала, я прошу вас написать об этом под видео. Может быть, я ошибаюсь. Приятно, может быть, ошибаюсь, да. На самом деле, может быть, все не так плохо, и вы-то на самом деле все делаете, стараетесь, а я просто такой не увидел, не услышал, не узнал.
По Kerbal Space Program. Значит, пока я мудрил и разбирался с полным списком изменений, да, то есть и так с бухты барахты, как многие ребята, на самом деле, летсплейщики, я видел, да, начали даже тот самый именитый Скотт Мэнли сделал даже обзор, да, что вот вышло обновление. Но реально прям каких-то сверхъестественных, полного нормального толкового обзора я не увидел. И именно поэтому я все продолжаю свою работу над полноценным, скажем так, сценарием, переводом того, что было изменено в релизе Kerbal Space Program. И уже пока вот я соображал, уже вышел даже и патч. На самом деле там очень много глобальных изменений, которые хотелось бы, естественно, так более-менее хоть как-нибудь, хотя бы мельком осветить. И поэтому сейчас пока обзора, к сожалению, на обновку нет. Но, опять же, тружусь, сейчас вот закончу записывать и буду продолжать трудиться. Боюсь загадывать, но может быть сегодня что-то и будет. По сабнавтике, кстати говоря, я не знаю, стоит ли или не стоит записывать все-таки обзор обновки. Значит, что сделали? Бери все-таки то, что я показывал еще на предыдущем экспериментальном билде. Да, теперь Аврора на экспериментальном билде все-таки наконец-таки взрывается, наконец-таки распространяет радиацию. Возле Авроры, в принципе, появились монстры, которые должны были появиться новые. И внутри самой Авроры можно немножечко побродить, и там есть еще немножечко монстров, тоже новых, и их пейзажи. В летсплее игра пока не заслуживает, потому что энергетика никак не исправлена, то есть нет нормальных, ну, то есть нового, действительно кардинально нового, в принципе, такого, чтобы увеличивало бы именно геймплей, расширяло так просто широко, я там не увидел. Постараюсь записать обзор как можно скорее, но в первую очередь у меня сейчас задача про Kerbal Space Program, вот, потом вот этот обзор по сабнавтике, а потом я буду заниматься все-таки продолжать ремонтом. Ну и естественно, сам не студент, так по мелочи, уже достаточно просто, как и вот этот сплей по Adventure Capitalist, все примерно вот в таком режиме. Кстати, по 7 Days to Die я начал снимать без вебки. Думаю, не знаю, в принципе, вот снимая без вебки, вроде как и FPS стал более нормальным. И от вас я особо не услышал прям такого ажиотажа или комментариев хоть каких-нибудь, что вебка вам нужна или не нужна. Вот. Поэтому вебку я по 7 Days to Die, наверное, не буду запускать. Посмотрим. Пока нечего. Да и честно говоря, что надо. На мою морду лица раз в день, думаю, достаточно, если посмотрите. Думаю, этого пока хватит. Но опять же, пишите мнение свое внизу под видео. Я, естественно, все комментарии читаю. Все я стараюсь как бы воспринимать и как-то адекватно реагировать на это все, как-то в таком режиме. Честно говоря, такое ощущение, что я слишком громко все снимаю сейчас. Я проверю потом, наверное. Если слишком громко получилось в этот раз музыка, да, я слишком тихо, то опять же, извините, я не специально. Да. Так, ну что у нас вообще? Можно ли куда-нибудь продвинуться так серьезно? Ну, серьезно, конечно, продвижение не будет. Хотя, смотрите, как побежали активирующие. Может быть, сегодня еще и дальше можем продвинуться, может быть. Давайте так, в таком виде будем смотреть, хотя бы на картинку, да, того, что там есть.
Ну, в принципе, что тут смотреть-то? Я вижу, что особых прям продвижений, прям сверхбыстрых, даже вот, разве что вот здесь можно чуть-чуть так вот усилить, да, нашу доходность. Потому что тут реально подпрыгивает. Подпрыгивает сумма хорошо. 345 был, сразу стало, да? Но прям такого, что чего-то опять особенного тоже как-то не видно. Можно попробовать добить до 600, кстати. Вполне. Вполне может быть сегодня добьем 600 вот эти банки. Не банки, а эти нефтедобывающие платформы. Потому что каждая, в принципе, добывающая платформа, да, уже сколько? 69 октиллионов. Да, конечно, в эту игру на самом деле нужно играть немножко чаще, чем раз в сутки, чтобы добиваться каких-то грандиозных успехов в ней. Но у нас как бы время не резиновое. Я не могу вам записать, например, час игры в Adventure Capitalist. Это будет как-то немножко глупо, как мне кажется, прям целый час брать, накликивать. Да. Но в принципе суммы бегут все быстрее и быстрее. Даже не знаю, через сколько все-таки мы сможем взять 69 октиллионов. Давайте сейчас за каждый вот такой прыг. Ну-ка, было 27 28 31, на 3, по 3 септиллиона за вот, не, по 3 октиллиона мы выстреливаем примерно. Да, где-то 3 октиллиона выстреливает. В принципе, может быть, и стоит дождаться. Я даже не знаю. Может быть, и стоило бы дождаться. Десяточку так здесь подкупить. Уже и не столь дешевы стали. Так, давайте вот по сумочке посмотрим. 12. 62, ну пока да, неадекватно. Смотрите, здесь неадекватно смотреть. А так суммы уже в миллионах исчисляются, и это уже очень большие суммы. Суммы сильно отличающиеся. Ну давайте дождемся уже действительно миллиона здесь. Так, что бы я еще хотел рассказать. Значит, по Store Control я отсниму еще один такой эпизодик. Не ожидайте быстро, сниму, когда смогу. Завершающий, наверное, сыграю эпизод от лица иерархии. Зачем сыграю от лица иерархии? Чтобы хотя бы просто пробежаться по кораблям, да, по их плюсам, минусам. И немножечко... Два раза быстрее стали банки, нефтяные вышки. Это неплохо, я бы так сказал. Но все равно это пока мало. Мало для того, чтобы куда-то где-то выстреливать по апгрейдам. Да, до 500 мы сегодня не добьем однозначно. Но максимум, наверное, и апгрейды можно взять. Да, и опять же, 100 триллионов — это уже большая сумма. Сегодня мы ее навряд ли сможем заполучить. А вот по креветочкам действительно можно продвинуться, чтобы добить их до... Добить до 500 хотя бы. И это уже за ночь они там натягают рыбы, натягают креветок. Хотя апгрейды, вот смотрите, сюда дешевле стоят, чем сюда. Вначале, кстати говоря, да, апгрейды стоят. Очень интересно получается. До 500, вот то, что идет, да, как-то сильно-сильно отличается. Смотрите, 106 октиллионов, нет. Нет, сегодня уже нет. Да. Мы не будем уже проскакивать, пытаться дальше. Потому что это просто глупая трата денег. Ну как, не глупая, конечно, да, но немножечко будет подзарабатывать. Так что давайте вот так вот как-то сделаем.
где-то везде, где можно покликать, покликаем. И на этом сегодня закончим нашу эпопею по апгрейдам. Я уже говорил, да, вот эти английские апгрейды, они пока не важны. Максимум, что можно будет следующий апгрейд тратить, вот 100 миллионов ангелов, 100 миллиардов. Но опять же, когда мы достигнем большей грандиозной суммы. А дальше вот смотрю так. Вот этот ангел, 1 миллион ангелов, можно будет потом брать. То есть те, которые вот... Хотя, смотрите, тут еще какие апгрейды пошли. Интересные. То есть уже пошли апгрейды, вот здесь еще уже X3 и так далее, и так далее. Очень так, сложно с этой тактикой разбираться будет. Нужно будет уже серьезно так сидеть с калькулятором и вычислять, куда лучше, как лучше продвинуться, чтобы зарабатывать больше средств. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Районор. Пока-пока. Счастья вашему дому. И до следующих эпизодов.